В прямом эфире. Так, масочку какую-нибудь сейчас мы обычно поставим, чтобы вот так. Подключайтесь, подключайтесь. Так, ну что, всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня вторник, 2 часа дня, на улице бяка, не очень хорошая погода, поэтому давай останемся дома, как никогда актуально. И что сегодня будет происходить? Сегодня у нас утренник с Денисом, Карибидисом. Сейчас Денис нам напишет, и мы сразу с ним выйдем на связь, сразу подключимся для того, чтобы не тратить время впустую, сразу же сыграть, сразу же объявить победителя, и сразу же в прямом эфире победитель будет загадывать задание кому-то из нас. Привет, все мои люди! Все подключаются. И я жду Дениса. Я не Денис. Боже, как... Ну ты... все, пока тебе, пока. Подожди, я перенервничала. Пока, Марина, пока, Марина. Денис, ой, господи. Демис, ничего страшного, я привык. Демис, ты же Демис. Конечно, я Демис, но иногда Денис, видишь. У меня тут с ума сходит мой молодой человек, который, кстати, хотел с тобой... познакомиться тоже, сказать тебе привет. Где он? Привет. Где ты, любимый? Это Демис. Демис. Здорово. Это Демис. Привет, Денис. Я Игорь. Привет, Серега. Как дела? Все хорошо, все классно. Бро, ты красавчик, обожаю все твои миниатюры, все вообще. А вы тоже это? Вы это? Кто? Нет. Русские? Ладно, хорошего вам эфира. Так, ну что, Демис. Да, ну вот, видишь, уже выучила хотя бы. Я в наушниках, да. Ты в наушниках? Ты меня хорошо слышишь? Да, я тебя хорошо слышу. Хорошо. Я написал вот песенки, они у меня лежат в порядке. Ты подготовился? Конечно, но я взял песню, знаешь, как... я не сам придумывал песни, а я поспрашивал, какие песни, чтобы... не показывать песни, которые легко показывать, а просто ходил и говорил, у детей у своих спрашивал, у разных родных спрашивал, какие песни, и написал 8 песен. 8. Я тоже подготовилась. Так. Вот карточки. Я сейчас просто, поскольку это наш второй такого рода эфир, я сейчас напомню быстренько нашим с тобой подписчикам. Давай. А перед тем, как я напомню, я хочу тебе задать вопрос. Давай. Почему ты на меня не подписан? Как не подписан? Я подписан. Подписался? Ну да, но я удивился, что я не подписан на тебя, когда зашел, потому что я на тебя был подписан всегда. И подписался. Да, все, мы друг на друга подписаны, мы знаем, как друг друга зовут. Как нас зовут, да. И мы сегодня будем с Демисом играть в такую игру. Все очень просто, мы подготовились, написали по 8 песен, пронумеровали их. Кто-то из нас первый начинает загадывать. Кто? Это вот вопрос. Давай решим, кто. Давай решать, давай как-нибудь решать. Сейчас я тебе скажу, как. Давай. Вчера мы играли на камень, ножницы, бумага. Нет, что? Вот резиночка. Что? Так, резиночка. Я ее прячу, какой... ты угадаешь. Да, если угадаешь, будешь начинать ты. Или я. Или если угадаешь, скажешь, кто начинает. Так, она вот... вот здесь. Здесь? Нет, вот здесь, да. Да. Вот здесь. Вот здесь, да. Да! Давай. Все. Я начинаю. Угадала. Нет, я угадала. А и чё? Ну, выбирай, кто начинает. Ты говоришь, кто начинает, а кто не начинает. Хочешь ты начинай, хочешь так, я. Да.
Давай, если я угадала, значит, ты мне... Значит, я... Я не понимаю, я запуталась. Просто скажи, кто начинает, и все. Просто выбери, так, кто начинаю... начинает. Давай, начинаю я. Но давай. Прежде чем начать, давай, просто хочу напомнить нашим подписчикам, что будет происходить. Мы будем показывать по очереди песни. Если кто-то угадывает, тот зарабатывает балл. Если проигрывает, соответственно, ничего не зарабатывает. И в конце мы с тобой посчитаем, кто проиграл, кто выиграл. И кто проиграл, тот выполняет желание. Прямо сейчас, прямо вот здесь, сейчас в прямом эфире. Давай. Ты желание придумал? Нет, придумаем в конце. А, ну значит, ты уже уверен, что ты проиграешь. Значит, ну, я не уверен, что я проиграю, но будет интересно, если придумывать желание. Ну, окей. Ну что, тогда погнали? Давай. Итак, я начинаю, и я загадываю тебе цифру 1. Ух. Вот она, цифра 1. Покажи цифру 1. Ну, чтобы не видно было песня, вот, цифра 1. Да, песню не надо. Итак, все. Какая она? Что там? Какая? О чем? Песня? Сейчас покажу. Ты готова уже? Я готова, давай. Бабушка. Бабушка. Одна. Две. Одна. Хвостик. Бабушка с хвостиком. Гуси-гуси, ага-га. Гуси-гуси. Гуси-гуси. Второе слово гуси. Две бабули. Две бабули. Это какая-то старая песня. Две... Что-то детское такое, да? Что-то детское. Это гусь. Два гуся. Ну, я не помню. Блин, два. Плей. Один. Что там? Один. Стоп. Кнопка. Два гуся. Один. Один серый. Другой белый. Да. Бабули, два веселых гуся. Гуся. Вот. Один серый, другой белый. Да, слушай, ну ты что-то совсем... Я поняла теперь, в каком направлении... Какие песни написали? Детишки тоже участвовали, поэтому готовься. Так. Теперь я называю. Давай. Угадала. Вот лежит тебе бумажка. Так, считайте наш счет, чтобы мы не запутались. Значит, 1-0. Я угадала. Давай ты. Да. Давай 3. Давай 3. Так. Да. О! Вот 3. Я даже встану. Давай. Нет, я не встану. А, смотри. Все, молчу. Я надеюсь, ты показываешь лыжи. Так. Ко мне натянуть на что это такое? Так, писит собачка. Что, между ног? Что ты мне показываешь? Ты меня заставляешь материться или что? Да? Нет. Что, между ног? Между ног, да? У меня между ног? У меня между ног что? Что у меня? У меня нету между ног. Кустов или что-то такое. Так. Давай, с другого пути. Так, хорошо. Ищешь, смотришь, фоткаешь. О, подписчики, Инстаграм.
Смотришься, в зеркало смотришься. Удивляешься очень. В шоке ты, в шоке, да? Раздаешь, нет? А, листаешь. Листаешь. Назад лента, листаешь. Нет, что ты? Я сказал до этого это слово. Ты сказал слово! Лента, листаешь. Раздаешь? Все. Раздаешь Wi-Fi? Раздаешь Wi-Fi? Что ты показываешь? Ты трахаешь мой Wi-Fi, что ты показываешь? Фая нет Wi-Fi. Что это за песня? Я не понимаю. Wi-Fi. Что за песня? Не читай! Что не читаю? Я не читаю ничего, нет. Я на тебя смотрю. Ну ты соедини. Да, что? Что это за жест? Ты мне объясни. Трахать? Натягивать? Раздаешь только вот это, да? Раздаешь. Или что? Раздаешь Wi-Fi. Что ты раздаешь? Лайки. Wi-Fi раздаешь? Раздаешь Wi-Fi, это правильно? Да. Раздаешь Wi-Fi у себя в телефоне, что ты показываешь? А, подписчикам. Раздаешь Wi-Fi подписчикам, что ты, я не понимаю. Я не знаю, наверное, эту песню, да? Слушай, это современ... эту песню знают... Современная песня? Ну-ка, современная. Так, если... это... Если ты проиграл. Да, это хорошо, да. Потому что я не знаю эту песню. Если ты не мужчина, а Wi-Fi, да, или что? Да. Да, ты но я не знаю эту песню. Нет, не знаю. Ты не... Конечно же, не знаю. Я знаю очень мало песен, я тебя поэтому и предупреждал. Смотри, если хочешь, так. Давай себя на всех раздавай. Если ты не мужчина, а все, Wi-Fi. Я слышу. Знаешь да. же. Да. Ну, скажи, теперь что знаю. Ну скажи, что знаешь. Знаю, конечно, знаю. Я просто не понял, что за песня. Слушай, мне прямо жарко стало. Просто. Ладно, давай. Я со мной будет тяжело, я тебя предупреждаю. Давай называй ты теперь. У тебя тоже детские будут песни? Я не знаю, разные, которые знают все. Так, давай, какую я выбрала цифру? Один? Один ты выбирала. Давай три. Три. Ну вот. Вот цифра 3. Давай. Угу. Ну, смотри. Я. Ты. Мы. Опять. Я птичка. Я ласточка. Я оса. Я шмель. Танцуй, как пчела. Пчелы. Я пчела, ты пчеловод. Бинго! Ты пчела, я пчеловод. Это вот. Раса, вот так вот. Группа раса. Да. Ты пчела, я пчеловод. Видишь, как я быстро показываю? То есть ты хочешь сказать, что я тебе плохо. Ты хочешь сказать, что я тебе плохо показала, да? Да, нет, да шучу. Давай. Жду от тебя. Давай у тебя тройку. Я у тебя какую цифру называл? Ты у меня взял тройку, и вот был Wi-Fi. Вот. Да, давай 4. Так, 4. У нас счет 2-0. Да. 2. Так, 4. Поехали. Жарко, будет очень жарко. Аллергия какая-то. Тополиный пух. Да, тополиный пух, жара, да. Юля. Да! Да. Слушай, значит, ну, Иванушки Интернешнл, тополиный пух, ты знаешь. А Wi-Fi ты не угадал. Ну и вот я такой музыкальный, очень музыкальный, видишь? Так,
Называй. Что, получается, у нас счет 2-1. 2-1, да. И теперь я тебе говорю цифру 8. Вот. Ну, я думаю, ты быстро угадаешь. Давай. Ты уже начал или тебе просто хорошо? А. Чух-чух-чух. Чух-чух. Поезда, поезда. Поезд. Поезд. Вагон. Чик. Вагончик. Вагон. Вагон. Что? Запомни вагон. Голубой! Голубой вагон? Голубой вагон? Голубой вагон. Бежит? Летит? Скачет? Едет? Шатается! Голубой вагон шатается! Ты что? Ты уже почти все сказала. Голубой вагон бежит, бежит. Голубой вагон бежит, шатается. А мне так это нравится. Ты сейчас написала голубой... новую песню. Голубой вагон бежит. Голубой бежит, шатается. Качается. Качается. Голубой вагон бежит, качается. Ты не это знаешь такую песню? Это такая песня есть? Конечно, детская песня. Ты что? Голубой вагон бежит, качается. Это едут та-да-та-да-та. Не знаешь такую песню? А, голубой вагон бежит, качается. Все, слушай, обязательно, обязательно послушай. Стыдно знать, не знать такую песенку. Нет, да я, может быть, знаю, но слушай, ну это у тебя дети есть. Я сейчас слушаю немножко другую музыку. Я понимаю, да, я понимаю, но никто не говорил, что будет легко. Мне что? Тоже нелегко угадывать, не... видишь? Да. Ну, получается, так а что, засчитываем мне балл или нет? Или как ты придумываешь правила, поэтому ты сама говори, засчитываем тебе или не засчитываем. Ой, мне нравится такой подход. Ты придумываешь, но мне кажется... А давай сейчас посмотрим. Ребят, как вы считаете, я угадала или нет? Почитаем комментарий, потому что... Да, очень. Так, вот ответьте на вопрос, как вы считаете, засчитываем мне балл или нет? Песня с детства, да. Спасибо, мы поняли. Засчитываем. Hello. О, hello. Да. 2-2. Нет, да. Да, нет. Нет, нет. Да. Угадала. Слушай, ну, не да, знаю, нет. Я угадала слова, но я не угадала мелодию. Ну, давай, принимай решение. Ты мужчина. Хорошо, тогда давай засчитаем тебе. Но следующий засчитаем. Раз не засчитаем, если не угадаешь. Давай, есть, давай так, надо еще не просто слова угадать, а песню вспомнить. Конечно, я и говорю, что ты слова угадала, а песню не угадала, понимаешь? Поэтому ты... мы тебя сейчас засчитываем, но следующий раз тебе не засчитаем. Если будет такая. Нет, давай, чтобы мне не писали сейчас подписчики, какая ты хитрая. Давай будем по-честному. Я не угадала мелодию, я не вспомнила песню. Ну хорошо, мы еще в начале. Ладно, мы еще в начале. Давай, 2-2. 2-2, да. Окей. Так, теперь я говорю? Да. 7. Ой. Будет так, смешно, так, если мы не угадаем ни одну песню друг друга. Это будет... И потом я приглашу других ребят и скажу, посмотрите наш прямой эфир с Дэмисом. Мы там не угадали ни одной песни. Ни одной песни. Ну что, давай. Давай. Ты, я. Я певица, пою. Я пою. Я певица. Давай дальше. Ты. Тебе. Ты поешь. Я пою. Ты. Я пою тебе. Я пою тебе. Я пою, ты поешь. Я пою, ты поешь.
Это ты любовь так показала сейчас? Я пою, ты поешь. В этот, что, завернуто, обернувшись, обнявшись, я пою. Мы связаны. Я пою, ты поешь, мы связаны. Что это за песня? Я пою, ты поешь, мы связаны с друг другом. Да, мы связаны с друг другом. Так. Уже. Я пою, ты поешь. Я знаю эту песню? Знаешь, но ее все знают. Все знают. Так, я пою, ты поешь. Да. Мы связаны друг с другом. Да, угадывайся, я не знаю, как еще показать. Я сказал все слова в песне, да, сейчас? Смысл сказал. Да, смысл. Я пою про то, что мы связаны с друг другом. Связана любовь наша или что? Так, я играю тебе на пианино, на фортепиано. О любви пою тебе, мы связаны. Я показываю что-нибудь еще, я не понимаю. Сдаешься? Так. Нет, показывай что-нибудь еще, я так не понимаю. Я пою, ты поешь. Есть такие слова в песне? Нет. А что ты мне показываешь «да» тогда? Я пою тебе о том, что мы связаны друг с другом. Так, я надеюсь, это труба. Да. Я пою тебе. Нет. Так, ты играешь на фортепиано. На скрип. Оркестр, да? Музыкант. Ты музыка. Муза. Муза. Ты моя муза. Я твой. Нет, ты моя муза. Ты муза, что муз? Назад! Слово! Музыка. Что, музыка играет для нас с тобой? Музыка играет для нас двоих, музыка играет для нас с тобой. Я не понимаю, я сдаюсь. Музыка нас связала. Так, покажи, музыка нас связала. Все, правильно, да. Так я показывала, я и ты поешь. Связала. Да, музыка нас связала. Согласен, ладно. 3-2. Согласен? Да. Итого у нас счет какой с тобой? 3-2. В мой пользу. В мою. Да, в мой пользу, да. Мой пользу. В мою пользу счет. А ты по национальности кто, кстати? Грек. Грек? Да. Ага. А где ты сейчас находишься вообще? Дома. Дома? Ну, где-то... Нет, здесь. Здесь? В России, да. А, ну все. Так, Главное, я нахожусь дома. Дома. Я читаю, в общем, комментарии, пишет, что 3-1 в мой... 3-1 в мою пользу. Кто-то пишет 3-2. Да, 3-2. Как? 2-2 было сейчас? 3-2 стало. 3-2. Все, давай. Так, говори. Я тебе говорю 8. 8 ты уже говорила в прошлый раз. Говори что-нибудь другое. Ты говорила 1, 3, 8 ты говорила. Тогда 7. 7. Так. Доказательство. Ну, сейчас у тебя легкие песни, сейчас ты угадаешь. Готова? Готова, всегда готова. Что там? Идет человек спускается, а я с горочки спущусь. Гора. Высокая гора. Посмотри. Вон туда. Спущусь. Куда? Спускаюсь туда, а я в горочку пойду. Что за песня ты меня загадываешь? Ну, Демис.
Очень простая песня. Люди уже все пишут, не читай там. Они пишут, да? Помогают тебе, да. Они угадали так. Сразу. Все, я не читаю, честно. Я смотрю давай. На тебя, я не читаю. Я верю тебе, давай. Вон. Я. Ты. Вот. Вот. С горочки, с горки. Гармошка. Так. Короче, так, гора. Кто-то спустился с горы. Кто-то спустился с горы. Ты спустился с горы. Любовь моя спустилась с горы. Любовь моя спустилась с горы. Посмотри. Не спустилась, а... Что я делаю? А, идет. Любовь моя идет с горы. Истерика. Как? Это что? Это идет с горочки. Сказала... Да. Идет. Сейчас, что? Секунду. Ты куда? Нет, я закрыл окно, чтобы не шумело. Так. Посмотри. Идет колобок, шатается. Идет бычок, качается. Ты сказала до этого, вернись. Посмотри. Что я делаю? Нет. Вот там. Вот. Первое слово вот. Вот. Вон! Пошла вон! Пошел вон! Я! Стой! Вот это слово запомни. Вон! Вон кто-то с горочки спустился. Наверное, милый мой идет. Правильно. Слушай, ну... Победа тебе. Это очень тяжело, Дэмис. Ну, я же объяснил. Потому что у тебя очень старые песни. Я заточена на вот современную музыку пока что. Ну ничего, я уже... Я не могу уже тебе менять ничего. Мне что дали, то я и объясняю. Это очень простые песни, которые знают все. Вот. Готова ты? Да, готова. Давай. Я тебе говорю. А, ты мне говоришь. Давай. Да, я тебе говорю. 4 я говорил. Сейчас тебе скажу. У меня это все перепутано. 7, 5. Нет, не говорил. Давай 4. Подожди. Сейчас. 2. Нет, говорил 4. Есть 8. Есть 8, 7, 6, 5, 2, 1. 1. Угу. Давай. Так. Ага, водитель. А, такси. Такси. Зеленоглазое такси. О, зеленоглазое такси, Боярский, да. Да, конечно, да. Это истерика просто. Сейчас объясню, почему. Так, какой счет? 4-3. А ты хочешь выиграть, да? Нет, наоборот, хочу, чтобы ты выиграла. 4-3 счет. 4-3, ты выигрываешь. Да. Я выигрываю, да. Давай, называй цифру. Цифру называю... А какие у нас там были? Я уже запуталась. Осталось 6, 5, 4, 2. Давай 2. Ага. О, я не знаю, знаешь ли ты эту песню, но раз мне сказали, я тебе объясняю. Вот, видишь? Слушай, какой хороший, подожди, подготовился, маркером нарисовал двоечку. Конечно, вот, видишь? Готово ты, я показываю. Ну, это какого направления? Там все то же самое все, да? Нет, не факт, не знаю, тут отгадывай. Давай, ты, я... Мы, сердце, душа, сердце,
сердце. Сжато. Сплюснулось. Тянет. Тянет. Сразу угадывает. Я не смотрю. Тянет. Потянет. Магнит. Мое сердце магнит. Та-ра-та-ра-та-ра. Сердце да, правильно. Магнит. Мое сердце магнит. Мучается, мается. Да, правильно. Да. Сердце магнит. Видишь, как ты да. быстро угадал? Я 5-3. Быстро угадала, да. Так. Так. Все, получается 5-3 счет, да? 5-3, да. Я выбираю. У тебя осталось, двойка осталась? Двойка есть, да. Давай двойку. Давай. Что-то ты заулыбалась. Я не знаю эту песню, да? Я не знаю, как ее показать. Два слова. Там два слова. Или что? Два слова. Слово. Да, да, два слова. Первое. Любовь. Любовь. Второе слово. Любовь. Собачья любовь. Любовь. Что ты? О, Господи. Любовь на улице. Любовь по собачьи. Это порода собаки какая-то? Или что ты показываешь? Что мне надо угадать? Любовь. А, ругается кто-то. Злая любовь. Злая любовь. Любовь разлучница. Любовь что-то, да? Ты, любовь. Ты ругаешься, да? Любовь злая. Ну, что-то типа любовь. Любовь зла, любовь жестока, любовь. Нет. Да, ты. Ты собаку показываешь. Любовь. Что? Так, писит, собачка писит, так. Да, собачка. Что делает собачка? Так. Да блин, я не знаю, как это слово показать. Какое? Ну да как не по-другому. Ну ты собаку показываешь, которая писает, как мне понять. Кто это собака? А. Животное, кто это собака? А, любовь, это собака? Да, сука, любовь? Да! Сука, любовь, это же Ай, мама Джага-Джага, вот эта песня. Сука, любовь, сука, да, сука, любовь. Любовь, да, я понял. Да. Джуманджи, этот. А вот это, да, я знаю. А вот это ты показывала, это сука такая, да? Да! Ну, класс. Я тебе показывала собачку, когда собачки, девочки, правильно. Они суки, а да. Мальчики это кобели. Да, все правильно, логично. Но ты угадал. Давай, 5-4. Называй, так, у меня осталось... С натяжечкой, но угадал. 6-5-4. Давай 6. Угу. Да, сейчас у тебя будет истерика. Смотри, готово? Готово, давай. Такси. Зеленоглазое такси. Ты тоже загадала эту песню? Да. Представляешь? А ты знал вообще? Ты хотя бы читал эти песенки? Да, я ты сейчас показывала зеленоглазый такси, я тебе специально не сказал, чтобы
здесь у нас выскочила зеленоглазый такси. Ну все, я угадала. Да, на-на-на-на-на. Теперь, что осталось у тебя? Так. Так еще меня никто нагло не прерывал, что когда, во время того, когда я пою. А ты сейчас пела? Ты сейчас пела? Да. Что осталось, скажи? У меня много осталось. У меня осталось 8, 7, 6 и 5. Подожди, как у тебя может остаться? У меня осталось... А, у меня нет. У тебя осталось меньше. У тебя должно остаться 3. Давай, у меня 5. Да, у меня 5, 6 и 8. Давай 8. О, давай. Это клевая песня. Так, 8. Да. Я весь во внимании. Ты пьяна? А, друзья, мы с тобой друзья, мы с тобой дружбаны. Что вы, веселитесь, друзья, кто это? Поговорим. Нет. Хмельной ты, ты пьяный, хмельной друг твой. В обнимку ты с кем-то. А, крутой какой-то чувак, да? Кто это такой? Джигана показываешь? Кто он? А, твой, друг твой, парень. Ты мой парень. Нет, парень. По-другому парень как-то, да? А, какой-то кавказец ты показываешь, да? Вот так, кавказец, армянин. Да? Армянин, да. Так. Братуха какой-то, да? Друг, это братан, брат, друг. Армянин, друг. Что? Я не знаю песен, в которых есть слово армянин. Так. Сидит с тобой, пьет... Общаемся. Мы с тобой общаемся, болтаем, пьем, гуляем. Мы с тобой гуляем до утра. Что-то. Нет? Мы с тобой. Мы с тобой, запомнил. Мы с тобой. Ага. А, кайфуем, мы с тобой кайфуем. Сегодня да, мы с тобой кайфуем. Да, кайфуем. Сегодня мы с тобой как ты показала на него. Ну, типа, сегодня мы с тобой кайфуем. Арсен Петров. Да, да. Это я слышу. Классно. Так, ну что? Ну что? Мои хорошие, как... Сейчас... А, кстати, знаешь, сколько было вариантов? Варианты были еще «Обстановка по кайфу». Новый сейчас трек есть, да. Слышал, да? Да, да, конечно. Обстановка. Обстановка по кайфу. Но я показывала именно мы с тобой. Да, но мы я с тобой показывала. Кайфуем, именно... да. Так, ну что, вам нравится? Ну вот улыбаются, все машут, видишь? Значит, нравится. Значит, нравится. Так, ну... у меня остались две песни, и сразу тебе говорю, это. Ага. А, 5-4 у меня, две бумажки, и все, обе песни детские, сразу тебе предупреждаю. Так, ну давай тогда 4. 4, так. Ух, ничего себе. Давай. Даже не знаю, как это показать. Ух-ух-ух. Мне знакомое это ощущение. Я тоже, знаешь, пишу песни. Вчера писала песни, потом смотрю, такая думаю, а как это показать? И думаю, надо переписать песню, а потом думаю, ладно, завтра разберемся. Так я начал писать сам песни, а потом подумал, блин, я же пишу песни, которые я могу показать. А надо песни, которые я не могу. Да, с нами, хорошо, ладно, смотри. Сейчас, секунду, к нам присоединилась Эвелина Блёданс. Только что. Привет, Эвелиночка. Привет. Да, привет. Так, давай. Готов? Да, готова. Ква-ква. Бла-бла-бла.
Бла-бла-бла-бла. Это все разговоры, разговоры, разговор, диалог. Много людей, толпа. Много людей болтают, 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 разговаривают, разговаривают. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, ну ты, это люди или, или утята? Люди. То есть это не танец маленьких утят. Нет. Все. Толпа разговаривает. Смотри, я тебе буду объяснять, что не только эту строчку, а много строчек из этой песни, чтобы ты догадалась. Окей? Что угадаешь? Давай. Смотри. Давай. Ладно, обнули, обнули. Так, давай. Иди сюда. Давай. Дай. На, дай. Дай. Первое слово дай. Ромашка. Соль. Давай еще чего-нибудь. Да. Колпак, корона, голова, корона. Король. Ты король. Ты король. Киркоров. Песня Киркорова. Они туда. Как показать завтра? Завтра! Завтра! Убьют себя, заберут королю. Убьют! Завтра себя убьют! Не убьют! Заберут! Я не понимаю. Окей, давай я тебе подскажу чуть-чуть, хотя бы, чтобы ты понимала, из какого это мультика. Это «Бременские музыканты», помнишь? Да, да, конечно, помню. Вот. Значит, вот это говорят. Говорят. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А пока наоборот. Это не та песня. Говорят. Мне говорят. Тебе говорят. Нам говорят. Нам говорят. Мы. Мы. Я не знаю. Говорят мы бяки-буки. Говорят мы бяки-буки, как выносит на земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра едем грабить короля. Да, ой-ля-ля, ой-ля-ля. Ну, завтра не, грабим я короля. Знаю, да. Я знаю эту песню, но я не смогла вспомнить. Ну да, тяжело. Тяжело. Тяжело ее объяснить. Как показать бяки-буки? Бяки-буки. А тут бяки-буки были? Я покажу вам бяки. Надо было так. Бяки-буки? Бяки-буки. Ну, я, ну блин, все, я проиграла, в общем. В общем, у нас пока... А какой счет у нас? Какой счет у нас? Ребята, напишите, какой у нас счет. Мы забыли. 5-5? 5-5. Или 6-6? 6-6. Нет, не может быть. Так, давай. Ну, неважно, равный, да? Да. Сейчас ты и я выбираю, да? Так. Что осталось? У тебя две бумажки должны остаться. 5-6. Давай 6. Давай. Кто-то пишет 25-7 счет у нас.
Да, 6-6. Ну нет, 6-6, потому что было всего 8, осталось 2 бумажки. Да, да, да. Так, закрываешь. Не говори. Не говори ничего. Ничего не говори. Ничего не говори. Это моей любви. Что, это та песня, что ли? Рок-остров. Ничего. Серьезно? Не говори. Я... Ничего себе. Я просто удивлен своим способностям. Я думал, я не угадаю. Я думал, я не угадаю ни одну песню. Ты понимаешь? Нет, это тут два варианта. Либо у тебя хорошее знание музыки, либо я хорошо показываю. Ты хорошо показываешь. Знание музыки у меня очень плохое. Ну, ты вообще просто с двух знаков. Теперь продал. Я должен тебе объяснить сложную песню, но если ты угадаешь, ты просто будешь чемпион мира. Готово? Так, у меня осталась последняя бумажка, это пятерка, вот она. А у меня еще одна есть. Да, я, потом тоже, ты один раз. Тоже. Давай. Готово? Так, счет сейчас 7-6. Давай. Да. Так. Пять плюс два. Семь. Семеро. Семеро козлят. Семеро зайчат. О, все, молчу. Да. Пока часы 12 бьют. Семь. 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 Ты едешь за рулем такой. Пофиг куда. Подальше. Вперед. Назад. Едешь вперед. Привет! Пока! Ты улетаешь отсюда, из страны. Носишь... Ты... Это сказка? Это песня. Ну, все. Ну, кто я? Ты дятел. Ты дятел. Ты пингвин. Ты пингвин. Ты дятел, ты муравей. Чешет, ты моль, ты комар. Ты комар, 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 комар. Один комарик. Едь, комарик, тыкаешь носом. Семь комариков тыкают носом. Семь комариков тыкают носом. Я поняла, ты... Нет, Я уеду в Комарова. Да, да, да. Меня никто не ждет. Да, на недельку до второго я уеду в Комарова. Все правильно. Да, на, точно, на недельку. На недельку. До второго. Я уеду. Я думал, ты ее не угадаешь, но ты ее угадал. Ну, я угадала, да. А семь я тебе показывал, семь дней. Семь дней, на недельку. Недельку, да. Так, ну что, давай, последняя у меня песня для тебя. Давай. И мы... А какой у нас счет? Пусть напишут люди, напишите, какой счет у нас. Ну, типа, я отгадала, считай, как ты считаешь? Да, сейчас? Да, конечно, да. Но пишут, что нечестно. Почему? Не угадала, пишут, что я, потому что я не угадала. 7-7 счет. Вот пишут, 7-7. Ну, 7-7. И ты сейчас, если угадываешь, то ты выигрываешь. Если не угадываешь, то выигрываю Давай. Я. Давай. Итак, все, сейчас вот у нас супер игра. Если ты угадываешь, то ты выиграл. Барабанная дробь. Так, ну давай. Грудь. Красивая грудь, ты поешь песню. Пою полной грудью. Ты красивая певица.
Поешь песню, или что? Ты певица. Ты поешь или кричишь сейчас? Пою. Так. Мне кажется, я вчера загадывала уже эту песню. Ничего страшного. А ты, да? А ты не... Ну, ты смотрел с Гариком эфир? Я смотрел кусочек, но я сейчас... Ну, ты сейчас не понимаешь. Тогда все отгадывай. Ясно. Пелеонтьев? А, даже так, да? Только Леонтьев, только женщина. Вот, Леонтьев, только женщина. Ого! Ты конкретную певицу какую-то показываешь? Да, ага. Я пою ла-ла-ла-ла, я съешь. Любовь, похоже, я на сон. Кого ты показываешь, не понимаю. А, я, может, даже рядом где-то. Пугачева? Пугачева поет песню? Да. Да. А какую песню? Женщина, которая поет. Да, да, да. Фантастика. Это была Пугачева, женщина, которая поет. Да. Я выиграл. Я придумал тебе, что тебе делать. Ну, получается, получается, что ты выиграл, действительно. Да, потому что вчера выиграла я. Да, и ты вчера придумала классное, наказание Харламову, чтобы он записал сторис. Так вот, запиши сторис, ты, так. В котором скажи, Демиса зовут не Денис, а зовут его Демис, и отметь меня. И все? Да. Не вопрос. Мне будет приятно, и многие выучат наконец-таки мое имя. Твоими устами. А тебя так часто, да, путают? Ну, естественно, это же сложное имя, поэтому. Вот Оля, понятно. Не, ну я Оля. Нет, я причем знала, я честно, я знала, как тебя зовут. Я знаю, что ты знала. Ты разговаривала со мной по телефону и говорила. Я говорила: привет, Демис. И в тот момент, когда начался эфир, я немножко, к сожалению, перенервничала. Хорошо, ну вот, все договорились. Я сразу после прямого эфира. Ребятки, давай помашем людям, скажем им спасибо, что они нас смотрели и слушали. Мы вас пытались развлекать, чтобы вам было не скучно. Да. Крепкого вам всем здоровья и много музыки. Да? Да. Спасибо. Вот тебе шлют сердечки мои подписчики. Все спасибо, пишут, спасибо. I love you все. Да, Демис, ты пишешь Демис. Я тоже, в свою очередь, хочу тебе сказать огромное спасибо. А сколько нам еще сидеть вот так вот, как ты думаешь? Я думаю, сколько бы нам не было сидеть, давайте не думать об этом, развлекаться, смотреть музыку, слушать песни, собственно говоря, да, я думаю, недолго. Мы все выберемся из этого. Самое главное сейчас не паниковать, раз уж такие условия, будем действительно развлекаться, да. И сами развлекаться, и вас, да, развлекать. Да, молодец, спасибо. Олечка, что ты так развлекаешь людей, помогаешь. Молодец. Да, и спасибо вам всем, что вы меня поддерживаете. Мне очень приятно. Спасибо, Демис. Спасибо, семье, ребят. Семье привет. И сейчас сразу после прямого эфира я запишу сторис. Давай. Так что лови. Давай, жду. Все, пока. Пока, пока всем. Пока. Так, ну что, мои хорошие, вот такой вот у нас сегодня был с вами прямой эфир. Есть еще 5 минуток, потому что я не могу сейчас запишу сторис сразу после эфира. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня со мной. На завтрашний день уже есть нереально потрясающий гость. Сегодня мы угадывали песни вместе с Демисом. Спасибо ему огромное за то, что он поддержал меня в этой инициативе. Будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо за то, что вы у меня есть. Мои люди всегда со мной. И с вами была ваша Ольга Бузова. До встречи завтра в прямом эфире в 14:00 на моей страничке в Инстаграм. Так, было весело. Спасибо большое. Сейчас быстренько прям почитаю ваши комментарии. Демис, красавчик, было круто, спасибо большое.
Сейчас постараюсь быстренько смонтировать видео и выложить сегодня пораньше, чтобы кто не смог посмотреть эфир, посмотрел эфир на моей ленте. Вас люблю, мои люди всегда со мной. Помните, что этим миром правит любовь. До завтра. Так, завершить.